«Волшебный мир бисера». Под таким названием открылась новая выставка в региональном пресс-центре издательского дома «Ульяновская правда». На этот раз в экспозиции представлены картины из бисера. Их можно смело назвать настоящими произведениями искусств. Авторы многих картин – дети, учащиеся Центра детского творчества номер 6. Возглавляет творческое объединение «Бисероплетение» Ирина Владимировна Фирсова. Создать картину из бисера не так сложно, потому что, как правило, основа у нее есть. Вот подобрать бисер, чтобы получилась картина очень интересной, это достаточно сложно. И иногда мы несколько вариантов пробуем, чтобы получилась красивая картина. Детские работы отличаются яркостью и особой свежестью восприятия. В каждой работе чувствуются эмоции. Здесь и милые мордашки животных, персонажи мультфильмов, с любовью вышитые букеты цветов. Работы преподавателя особенно изысканы и оригинальны. В рамках открытия экспозиции Ирина Владимировна вместе со своими воспитанниками провела мастер-класс для учащихся и педагогов Симбирской гимназии «ДАР». Мальчишки и девчонки с большим удовольствием сплели из бисера ангела. Созданные своими руками сувениры, а также новые знания, умения и отличное настроение остались каждому на память. Выставка будет работать до 10 февраля. Ирина Антонова, Павел Макаров, новости «Ульяновской правды».